Он увидел это под ее кроватью. Когда он спросил, зачем, ответ поразил его. «Спальня – это место, где мы проводим 2/3 своей жизни. Поэтому важно, чтобы во время сна мы подпитывались положительной энергией и получали защиту от злых сил. А в этом могут помочь обереги и талисманы. Но чтобы не получить от их применения негативных последствий, нужно знать, какие предметы стоит положить под кровать, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Итак, давайте узнаем, что это за предметы. Первое. Острый нож. С этим холодным оружием издавна связано много различных примет и поверий. Считается, что нож нельзя дарить, иначе он перережет отношения, дружбу или любовь двух людей. Однако ножи являются оберегами для защиты от злых духов. И если у вас черная полоса в жизни, спрячьте острый предмет под кроватью, и тогда он устранит ее. Второе. Яйца. В народе яйцо символизирует продолжение жизни. Считается, что оно наделено особой силой. Положите яйцо под свое спальное место, и оно будет оберегать вас от злых духов и отгонять их. Особенно сильной энергетикой обладают пасхальные яйца или те, что были снесены в Страстной четверг. Третье. Расшитые туфли. Если хотите найти заботливого мужа, поставьте под свою кровать красиво расшитые туфли. А вы можете купить готовый аксессуар или украсить вещь самостоятельно. Так вероятность того, что оберег сработает, будет еще выше. А во время работы постоянно думайте о результате, и он не заставит себя долго ждать. Обувь всегда считалась мощнейшим амулетом, ведь она впитывает энергетику владельца, как никакая другая вещь. Но ни в коем случае не дарите обувь вашим близким, это отпугнет от них удачу и здоровье. Четвертое. Защитные камни. Драгоценные и полудрагоценные камни обладают большой мощью и энергией. Они являются надежными талисманами и оберегами в самых разных сферах. Если хотите уберечь себя от сглаза, положите под спальное место мешочек с янтарем или изумрудом. Агат поможет укрепить вам здоровье, а нефрит защитит от недоброжелателей. От всех видов негативной энергии защищает тигровый глаз. Пятое. Высушенные растения. Сухоцветы считаются символом стабильности и постоянства. Их держат в своем доме те люди, кто хочет увеличить в себе такие черты, как трудолюбие, упорство и честность. Также сушеным цветам свойственно защищать дом от недоброжелателей, воров и злых людей. Для этого необходимо положить под кровать букет или мешочек со зверобоем, рябиной или чертополохом. Подобными свойствами обладает и полынь. И если человек страдает от бессонницы или плохих снов, то ему необходимо иметь под спальным местом сухоцветы лаванды, иван-чая или шалфея. Будьте осторожны, не все засушенные цветы полезны при хранении их в доме. Лучше используйте те, которые были описаны в нашем видео. Надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.